Привет, друзья! Сегодня у меня для вас шикарнейший рецепт. Получается такая вкуснятина, просто класс. Перед началом видео всем спасибо за помощь. Спасибо, что становитесь спонсорами. Ну, а мы полетели. Здесь я отварил, короче, 3 средние картошки, сделал пюре. Отварил слегка подсоленной воде, добавил 2 листочка лаврового листа. Одно яйцо. Кусочек сливочного масла, не знаю, 15-20 грамм, оно уже мягенькое, такое подтаявшее слегка. На крупной терке натер одну сардельку, черный молотый перец, сухой чеснок по желанию я добавлю, мне нравится, там пол чайной ложечки, наверное, 2 столовые ложки муки. Короче, свежего укропа не оказалось, хорошо со Светланкой уже наморозили на зиму, закончился вчера. Ну и теперь хорошо перемешиваем. Короче, друзья, добавил я еще столовую ложку муки. Попробовал на соль, подсолил еще и сформировал мокрыми руками вот такие вот котлетки. На растительном масле обжариваем с двух сторон до красивой румяной корочки. Ну, в общем, друзья, вот такая вот классная штучка получилась. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это того стоит, как говорится. Ну, короче, внутри... Вот так вот. Ой, бомба вообще. Класс. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем мира, удачи, добра. До скорых встреч.